свое мнение сказать. Тарифы действительно писались с потолка, как это вот? Ничего, во-первых, с потолка кажется. Не писалось. И кроме этого, я бы хотел остановить внимание коллег, зрителей на трех позициях. Первое. Вы говорите, никто из правительства не вышел. Так вот, я ответственно говорю. Министр социальной политики Рева вышел, разговаривал с людьми и многих переубедил. Раз. Я сказал, премьер-министр не вышел. Второй момент. Вы знаете, на самом деле, для того, чтобы вести дискуссию о тарифах, мы действительно должны заглянуть в то, что происходило раньше. Почему? В то время, когда другие страны усиливали энергоэффективность, повышали собственную добычу собственного газа, принимали массу мер для того, чтобы действительно экономия была необременительна для граждан, что делала Украина? Ничего. И третий момент. Я считаю, что ключевое в борьбе с тарифами, я имею в виду с высокими, про которые говорят многие наши коллеги, это создавать рабочие места и поднимать зарплаты. И вот тогда это будет успех.